Привет! Перед тематическим видео предлагаю зайти на канал моего сына. Все мы были детьми, и ими иногда являемся и по сей час. Веня показывает, как нужно проводить время весело и с пользой. Обзор машинок Hot Wheels, конструкторов, классной еды, а также в ближайшем будущем познавательный контент для ребенка. Все это вы не пропустите, подписавшись на его канал. Ждем вас там! До скорой встречи! Всем привет, с вами я, Вова Тишевский, и перед вами смартфон, который называется Elephone P7000. Этот смарт мне прислал Игорь с канала Garant 500, для того, чтобы я мог сделать обзор, за что ему большое спасибо. На его канале вы можете найти много других интересных обзоров, поэтому рекомендую перейти в описании к этому видео, есть ссылка на его канал, и подписывайтесь, смотрите, просто, ну, крайне рекомендую, потому что оно действительно много всякого интересного там есть. Теперь давайте о Elephone. Буквально несколько слов о внешнем виде. Я говорил о нем в распаковке, то есть я специальное как бы видео делал, вы можете тоже посмотреть в описании ссылочку. Я хочу сказать, что несмотря на то, что аппарат достаточно массивный, он, в принципе, достаточно комфортно лежит в руке, хотя, как бы, и это является его, ну, небольшим минусом, то, что все-таки, как бы, большой, как бы, размер его меня, как бы, не привлекает. Мне достаточно сложно, очень даже сложно с Xiaomi Redmi Note, то есть, давайте посмотрим, смотрите, 5,7 дюймов у Redmi Note, точно такой же размер, вот как и у 5,5 у Elephone P7000, и, как бы, получается так, что ну, практически вот одинаково, то есть ты их держишь, эти два смартфона, и они одинаково чувствуются, то есть это лопатка, то есть, ну, как бы, я имею в виду, если вы привыкли к лопатке. Единственное, у Xiaomi есть вот такая фишка, если от центра к краю проводим, просто нужно достаточно быстро, резко это сделать, то появляется, как бы, уменьшенный дисплей, и тогда мы можем все там в каком-то мини-варианте делать. Здесь такой, как бы, плюшки я не нашел, поэтому тут вот таким вот образом. Что мне нравится во внешнем виде, то что у него реально премиальный внешний вид, то есть достаточно такой элегантный, стильный, красивый, space gray, и все смотрится очень круто. Хотя и в внешнем виде, как бы, я и нахожу некоторые недостатки, ввиду того, что задняя крышка, она достаточно сложно открывается, прям очень сложно, такое ощущение, что вырываешь ее с когтями, очень просто невыносимо. Также нюанс, который мне в внешнем виде не сильно нравится, это то, что у него здесь как бы двойные края, то есть вы видите, вот черное, вокруг дисплея идет черное. Почему бы не сделать смартфон меньшим как раз именно на этот размер, то есть или же экран больше можно было. То есть 5,7 как раз бы сюда спокойно влезло. Это то, что вот как бы мне не сильно нравится. Также хочу отметить то, что мне нравится. И с одной стороны вот эта вот зеленая кнопочка, сейчас давайте я вам покажу поближе, тут вот она есть, и видите, она такая зелененькая, симпатичная, но не нравится то, что тут тоже есть кнопки, но они никак не подсвечиваются, то есть как бы оно специально, элемент дизайна, как будто здесь одна центральная кнопка, но все-таки как бы они не подсвечиваются. И, ну, как бы, когда ты уже привык, тогда это не проблема. Когда непривычно, то тогда это немножечко является сложностью, ввиду того, что, блин, куда же здесь нажимать? Вот это такой, как бы, нюанс, который не всегда комфортен. Это были такие моменты, которые по ощущениям, по использованию. Из положительных моментов хочу сказать то, что мне очень нравится экран, хотя он такой же холодный, как в GIU. И эта холодность цвета, она не совсем мне близка, то есть я люблю более теплые тона. Плюс ко всему, если бы вот как в Asus можно было бы настраивать полноценный цветовой тон, то это было бы намного интересней. Также хочу отметить то, что экран мне очень сильно напоминает экран GIU, вот, но как бы улучшенный, то есть знаете как, вот улучшенный дисплей от GIU. Также хочу отметить положительно то, что смарт достаточно неплохо собран. Вот единственное, что вот здесь в центральной части есть небольшой как бы такой люфтик. Вот я его прослеживается, то есть этот люфтик,
Он связан с тем, что здесь есть расстояние между батареей и крышечкой. И то есть я нажимаю, и я вот достал до крышки. Нажимаю, достал до крышки. То есть и в обычном использовании я это не замечаю. Но если я как-то его там вот взял, да, то есть вот иногда бывает так, что вот так взял и вот так раз, я уже сразу почувствовал, вот он здесь есть, этот люфтик. Но это такой нюанс, это уже начинается придирки. Теперь, что касается вообще самого дисплея, отзыва и скорости работы Android. Вообще, работает смартфон достаточно шустро, быстро, но как-то здесь нету сглаженной графики. Вот когда я провожу вот так влево-вправо, то оно идет как бы такими, как, ну, знаете, не 29 кадров, а 24 кадра там, или 22 кадра пролистывания между экранами происходит. То есть оно не тормозит, но как бы, вот знаете, не плавно идет, это не проработали, как-то здесь не оптимизирован этот момент, хотя, по сути, все работает, ну, очень быстро, как вы видите, вот здесь вообще все идеально, то есть очень круто, это можно максимально правильно отследить непосредственно в Chrome. Давайте мы этот момент посмотрим на сайте The Verge, он хоть и запустится в мобильной версии, может быть, мы сейчас его перезапустим на полноценную версию. Видите, анимация только что выезжающее окно, какое-то оно такое странноватое было. Вот, и, соответственно, как вы видите, прогрузки. Вот, пролистывание, оно не совсем такое, как я ожидаю. Видите, то есть оно есть такое небольшое подтормаживание. Ну и достаточно долго прогружается. Ну, обычно The Verge грузится намного быстрее. Вот, это как бы такие нюансы, возможно, которые являются придирками, но тем не менее, все равно это доставляет как бы определенный дискомфорт человеку, который постоянно тестирует различные телефоны и привык к, ну, конечно же, если мы будем сравнивать, опять же, с Xiaomi Mi Note, то есть здесь оно, смотрите, вообще плавность, то есть оно здесь плывет, а здесь как бы такими небольшими рывками идет. Я надеюсь, вам это видно. Может быть, не видно, но даже если не видно, то как бы будете ориентироваться на мое как бы впечатление. Также хочу отметить положительно, это уже есть положительно, автономность данного аппарата, потому что у этого девайса достаточно неплохо с автономностью. Я, если честно, не ожидал, что именно так будет. А все потому, что здесь 3450 мАч батарея, и она не обычная, она, короче, там какая-то прям крутая, новая, короче, технология, там, полимерная и так далее, все это дело дает неплохую автономность данному девайсу. В частности, на данном аппарате практически там целый день ходил я, там, различные там всякое юзал. Далее, были затестированы игры, там, много-много всего. Давайте мы просто посмотрим сейчас, вот это уже как бы вторая зарядка идет, и мы посмотрим на батарею, как видите, достаточно долго экран, время работы экрана 2 часа 8 минут. И у нас осталось еще 67%. То есть, если вот не играть в нем постоянно в игры, да, то поверьте, этого батареи хватит нас достаточно много. Плюс ко всему, я протестил батарею на специальном адаптере. Вот, единственное, забыл просто снять видео, как я затестил. Ну, короче, в итоге оно показало там 3300 с копейками миллиампер. То есть почти 3400. То есть, как бы здесь, можно сказать, практически реально. Следующая фишка, которая есть в данном аппарате, это сенсор отпечатка пальцев. Мы привыкли, что в айфоне он находится здесь снизу по центру, да и в Самсунге тоже находится здесь. Но такие компании, как Huawei, задали моду на задней части. И я помню, HTC тоже был это One Max, если я не ошибаюсь, там тоже был только прямоугольный такой сенсор, он был на задней части. И многие как-то что-то прям похватились и решили, блин, в натуре, на задней части самая офигительная тема. И типа вот палец как раз лежит, вот офигительно, все, давайте будем клацать сюда. Вот, есть компании, которые не повелись на эту тему, типа Ulefone, и они стали делать здесь сенсоры, вот эти вот кружочки, как iPhone, делать iPhone-подобные смарты. В итоге получается так, что самое удобное это в айфоне, потому что iPhone маленький и iPhone имеет здесь. То есть это самое удобное. И причем, что на айфоне ты нажимаешь, каким углом бы ни нажал, все это удобно. Здесь, конечно, то есть ты то камеру лапаешь, что, блин, сюда тапаешь, то не тапаешь. Вот надо вот так, знаете, ищешь, ищешь. О, все, нашел. То есть неудобная эта хрень.
мягко говоря, вот очень неудобно. Давайте сейчас я вам покажу, как все это происходит. Мы заходим в настройки, вот Finger Scanner, то есть это менеджер здесь вот как раз отпечатка пальцев и, в общем-то, нажимаем, да? Нажимаем, как в айфоне, все как в айфоне, нажимаем, он сколько-то там расканирует, вибрирует все это дело, и потом все. И теперь пароль, да, там, ну давайте 3 единички, 4 единички, вот у нас пароль будет 4 единички, мы его подтвердим. В общем-то, вот так вот все это работает. Разблокируем, нажимаем пальцем, видите, быстро, очень быстро. Да, но, опять же, нюанс заключается в том, что нужно тянуться сюда, нужно тянуться до кнопки, и это не создает того удобства, которое мы хотели бы получать. Вот, по сути, получается так, что мне, человеку, который, к примеру, имеет не очень-то большую руку, то есть нормальную, или девушкам, которые поменьше руку, легче всего взять и ввести 4 цифры пин-кода, чем нажимать на кнопочку, потом сюда, то есть это все тянуться и это только так разблокировать. В общем-то, нет, он работает шустро, быстро, то есть это однозначно, но не практично. Мне как-то не нравится. Я лично не вижу никакой как бы вообще в этом всей темы. Дальше, теперь давайте AnTuTu и будем смотреть на характеристики и так далее. То есть вообще вы наверняка уже заходили на любой сайт, смотрели тесты туда-сюда. Есть у нас два версии AnTuTu на 32 бита и 64 бита. Вот сейчас мы на 64 бита, и мы зайдем в историю и посмотрим результат AnTuTu. 58249. Мне кажется, что это какая-то лабуда. Давайте я сейчас зайду в галерею, и тут я сделал скриншоты 2. Вот, это правильно, там что было вообще какая-то ерунда. 37 тысяч показала на 32-битной системе. И 42 тысячи показала, видите, на 64-битной системе. Вот AnTuTu. Если это его показатели, такие же показатели практически как у Lenovo K3 Note. Там чуть повыше, где-то 45 тысяч. Meizu M1 Note. То есть все процессоры, все смартфоны с этим процессором 6752, который здесь установлен, они показывают вот именно такой результат. Ну, видите, тут все сбилось. 6752 MTK, Mali-T 760, 13-мегапиксельная камера, до нее мы дойдем. Здесь особенность то, что 3 гига оперативки, вот, но я, если честно, не заметил 3 гигов. Семен тестил игры. Вы знаете, мой брат, он тестирует игры, специальное видео записывает на YouTube. В описании к видео есть ссылочка на тест игр. Был затестирован Most Wanted, World of Tanks, Темный рыцарь и Injustice. И могу сказать, что ни одна из этих игр не показала наилучший какой-то результат. Самая лучшая шла Most Wanted. Танки показывали на старте вообще какой-то низкий FPS, потом как-то расчехлилось, но смартфон начал перегреваться. Проблема всех процессоров 6752 то, что они очень сильно греются, то есть они прям как микроволновые печи. Темный рыцарь шел не глючил, Injustice тоже шел не глючил, но в Injustice не полная графика была отображена. Вот такой как бы нюанс есть. То есть, ну, игры не оптимизировали под этот процессор. Это все поправимо со временем, и, возможно, в ближайшем будущем все это исправится, но есть такой вот нюанс. По звуку и мультимедиа. Давайте мы проверим через YouTube, который я установил, и сейчас просто запустим и посмотрим, что мы имеем. Во-первых, хочу отметить то, что мы имеем всего лишь один динамик, и второй это муляж. Это большой минус, который мне не нравится, то есть я не люблю такие фишки. То есть если уж вы сделали, то будьте добры, пожалуйста, сделайте, чтобы это было 2. Хотя, ну, не знаю. Но динамик достаточно громкий, но, как вы видите, легко закрывается, буду играть в игры, все, никакого звука. Видите, я могу так играться со звуком еще. Да, то есть это большой-большой минус, что касается YouTube, то он воспринимает этот дисплей как нормальный Full HD, то есть и Full HD видео вы можете смотреть без проблем, хоть сюда закидывайте какое-то более мощное вот видео, то есть без проблем, то есть железо должно тянуть. Единственный нюанс то, что как бы один динамик, он никаких частот адекватных не выдает, он просто громкий, просто валит громко и все.
Что касается звука в наушниках, то тут тоже все на среднем уровне. Обязательно рекомендую установить там, если вы пользуетесь какими-то плеерами сторонними, то ли же AIMP, которым вы эквалайзером еще дополнительно подстроите себе звук. Это обязательно нужно. То есть стандартный как бы звук самый обычный. Теперь по камере. Камера у нас имеет интерфейс самый простой, который может иметь. Причем, что у меня такое ощущение, что он сбежал с Android 4.4.4. Не такой, как в пятерочке. Вот в том же самом Lenovo K3 Note он был переработан. Но сама камера лучше там, чем в Lenovo K3 Note. Видео снимает в Full HD. То есть это хорошо. Есть возможность замедленной съемки. Пожалуйста, то есть, ну это таймлапс. Режим аудио есть, также можно тут всякие дополнительные фишечки, микрофон, и стабилизации и так далее. Всякие тут тоже записи голоса, снимки жестов и так далее. Давайте я сделаю снимок и мы посмотрим, что у нас получается. Теперь сделаем его с режимом HDR. Давайте будем смотреть, что у нас получается. Вот снимок у нас с режимом HDR. Красиво, симпатично. Вот немножечко шумит, немножечко нет резкости. Как вы видите, вот белый за счет того, что софтбокс на него светит и идет такое как сияние. Это присуще дешевым телефонам, но тем не менее достаточно неплохо смотрится. Давайте я поставлю с мистера Салли на черный фон и мы посмотрим, что у нас выдаст камера в таком вот режиме. Это снимок у нас в формате HDR. Как вы видите, все ярко, светло, красиво. Я не знаю, как на компьютере, конечно. И давайте еще вот снимок теперь без HDR. И мы посмотрим, как на экране смотрится. Вот без HDR, опять же, есть небольшое вот это свечение. С HDR как бы более такая вот симпатичная, по крайней мере, на самом дисплее смартфона видно, что это более симпатичная картинка. И еще раз, без HDR, дает небольшой синевой. Видать, оно не адаптировалось под цветопередачу, который свет, который нам дает сюда. Также есть у нас живое фото, также есть отслеживание движения, также есть ретушь лица, панорамы и многоугольный. То есть многоугольный — это когда тут прямо на картинке все показывает. Теперь давайте будем смотреть на фронталочку. Фронталочка у нас достаточно неплохая должна быть, по крайней мере по заявлению производителя. И да, действительно, ребята, слушайте, она достаточно шустрая, как вы видите, реагирует она быстро. Фокус она не наводит, она постоянно держит в фокусе объект, то есть общий фокус. Итак, два снимка, вот этот снимок — это не красивое лицо, это обычное лицо. И вот это красивое лицо, как видите, тут прям я какой-то аниме сериал. Какой-то герой аниме сериала. В общем-то, да, а если вот так, тоже, сейчас посмотрим. Да, неплохо, все симпатично, четкость красивая. Я так понимаю, что камера здесь на пятерочку, да? 5 мегапикселей, да. Ну, все правильно, я не ошибся. Вот, я в принципе как бы точно знал, но нужно сюда тоже смотреть. Дальше. Красота лица по умолчанию. Ага, вот смотрите, удаление морщин среднее, высокое, отбелить и еще форму можно сделать низкое, среднее и высокое. Ну, везде стояло среднее, и вот оно так и получилось. Также есть, кроме настроек, еще есть HDR для фронтальной камеры. Давайте мы зафотаем. HDR для фронтальной камеры и посмотрим. Ну да, действительно, снимок разный. Вот смотрите, это без HDR, то есть достаточно темненько, а здесь прям все красиво, светло получилось, очень даже годный снимок. Вообще скажу, что снимки на Elephone получаются неплохие, единственное, что он немножечко долговато думает. Вот, то есть мы сейчас, я, во-первых, надо выключить HDR, и вот мы сейчас, я вот, например, да, там хочу сфоткать. Вот, сейчас мы вырубим все, вырубаем все, что было. Теперь я нажимаю камеру, я навожу и фоткаю. Еще раз фоткаю, видите, то есть через первая фотка и вторая фотка. Так вот, первая фотка вообще не в фокусе, то есть он не смог быстро зафокусировать. То есть фокусировка у него приблизительно как у iPhone 4, приблизительно. А потом через время раз и произошла фокусировка и нормально. Вот так.
Ну что, давайте я буду подводить итоги по этому девайсу. Это, наверное, самое интересное, что большинство людей хотели бы услышать в этом обзоре, скорее всего, стоит ли его покупать, да? Ну, скажу так, что за 159,99, которую производитель предлагал изначально, да, то есть не та цена, которую сейчас, этот девайс можно купить. Но сейчас по этой цене нету его, этого аппарата. То есть его продают за 180 и за $210. В основном за $210 везде на сайтах у него цена. То за $210 я бы этот аппарат не купил бы. За 159 есть смысл. И даже, как бы, в принципе, возможно, на любителя, тут нужно смотреть на любителя, он может и конкурировать и с Lenovo K3 Note, и с Ulefone B-Touch. То есть он реально, как бы, вот... цене $160 он полноценно может конкурировать, но в цене $210 ну никак он не конкурирует. То есть вот эти вот все непрактичность с сенсором, далее немножечко холодный экран, тяжелый, большой, массивный и перегревающийся процессор, это все как бы его минусы. Из плюсов то, что он реально красивый, стильный дизайн, то, что неплохая камера более-менее. И то, что автономность высокая за счет новой батареи 3450 мА. Конечно же, здесь еще и Android 5, это тоже большой плюс. Ну и, конечно, к минусу еще отнесу то, что еще не оптимизация игр, но, блин, это временный минус, который поправит производитель со временем. Все, друзья, спасибо вам большое за то, что смотрели. Надеюсь, это видео было интересным и полезным для вас. Не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал, смотрите другие интересные видео. Всем пока, до скорых встреч в новых видео. А также подписывайтесь на страницы социальных сетей, группу ВКонтакте, Инстаграм и Твиттер.